Жемчужина решила блеснуть ярче, чем обычно, и пригласила на свой день рождения звезд эстрады и телевидения. Конечно, у каждого из них свои воспоминания отдыха у моря, связанные с Гранд-отелем. Известно, что Андрей Кончаловский и Лев Лещенко встретились здесь, а конкретнее у лифта «Жемчужки» своих будущих жен. А эта супружеская пара познакомилась не на курорте, но с тех пор, как вместе, всегда отдыхают в Сочи. Нравится гостиница с богатой историей. Здесь колорит очень интересный такой, как бы здесь совмещается и старая какая-то культура, да, что было в старом Сочи, и новая, принесенная Олимпиадой, поэтому здесь вот именно в этом такая прелесть, и есть такая изюминка у «Жемчужины». Собственно, этим мы пользуемся, этим наслаждаемся. Да, такая гостиница, которая, в общем-то, знаменита на всю Россию. Можно здесь встретить в коридорах немало звезд. Со сцены накануне радовали самоцветы хитами на все времена. Фестиваль «Бархатный сезон в Жемчужине» собрал действительно много звезд, которые перед выступлением делились своими воспоминаниями. Например, для журналиста Владимира Березина в 91-м году участие в звуковой дорожке стало на редкость удачным. Я сюда приехал просто ведущим программы «Время центрального телевидения СССР», а отсюда уже уехал ведущим концертных программ. И где? В Сочи, где в «Жемчужине». Мы столько раз сюда приезжали, еще в 80-х годах, выступали в фестивальном, выступали здесь также. Очень много связывает с «Жемчужиной». Также я приезжал на кинотавр несколько раз. Ну, это легендарное место. Мы очень любим. Спасибо, что пригласили. Процветание! Всех сотрудников Гранд-отеля, кто работает десятки лет, наградил лично глава города Анатолий Пахомов. Есть и те, кто трудится с первого дня открытия «Жемчужины». Действительно, во все времена «Жемчужина» была и остается визитной карточкой нашего города. Ну а когда на сцену вышел Владимир Кузьмин с новым репертуаром и, конечно же, со своими нетленками, мало кто усидел на месте. Когда перестаем встречать наших гостей, проводить конференции, и, возможно, сегодняшнее мероприятие положит хорошие традиции каждый год встречать «Бархатный сезон» в гостинице «Жемчужине». Фестиваль продолжится выступлением КВНщиков. Команды веселых и находчивых сразятся за Кубок «Жемчужины». Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.